Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый бокс, называется VPDS, где нам дают абсолютно без вложений на серфинге, на видео, на выполнение заданий зарабатывать денежку. Значит, сервис для рекламы и заработка. Но это все здесь можно прочитать. Статистика, сколько онлайн пошли первые выплаты. Так как я сказала уже, это новый свежий бокс. Значит, что предлагает серфинг сайта? Посещение сайта, выполнение заданий. Баннерный серфинг, YouTube. Ну и, естественно, рекламировать, давать свою рекламу. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, два раза пароль. Разгадываете капчик, кликайте зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. Вот имейл, пароль. Разгадываем капчу. Кликаем войти. И попадаем на свою домашнюю страничку. Здесь наша статистика. Сразу здесь находится реферальная ссылочка. Значит, здесь главное о нас, новости, вопросы-ответы, правила, контакты. Это можно все просмотреть. На чем мы здесь будем зарабатывать? Кликаем «Зарабатывать серфинг сайтов». И здесь у нас что, по 15 секунд, как бы, серфинг. И по 4 копейки, я считаю, для букса это неплохо. Кликаем. Давайте обождем 15 секунд. Внизу вот идет отсчет таймера. Все. Капчи нет, ничего нет. Как видим, все легко и просто просмотрено. Закрываем вкладочку. И таким вот образом просматриваем серфинг. Далее у нас идет посещение. Здесь пока нет ничего. Баннерный серфинг. И здесь, пожалуйста, у нас кликаем. И просматриваем так. И скоро здесь будет чат для рекламодателей, чат для исполнителей, новостной канал, ну и группа ВКонтакте. Далее YouTube просмотры кликаем. Также есть видео, также по 4 копейки, по 15 секунд. Я думаю, минималку здесь можно набрать быстро. Также задания, они есть, но я не люблю всякие задания вот эти. Хотите, выполняйте. Здесь сразу же можно вот и минималку набрать. И ежедневный бонус присутствует. Кликните по баннеру, чтобы получить бонус. Ну, давайте кликнем, возвращаемся. Получить ежедневный бонус. Получаем. Вот мой логин. И мне дали 4 копейки. Так. Так, все. Далее рекламировать серфинг, посещение, баннерный серфинг, просмотр YouTube, мои задания и контекстная реклама. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь все. Кликаем «Добавить сайт». Значит, и все довольно просто. Заголовок, описание, реферальная ссылочка, сколько... Таймер вам нужен какой? И кликаете «Добавить». Ну и так вся как бы реклама. Давайте рефералы, мои рефералы, баннеры. Кликаем «Мои рефералы». Здесь будут отображаться ваши партнеры. Также находится реферальная ссылочка. Баннеры. И вот здесь 4 баннера. Пожалуйста, можете брать ссылочку.
и рекламить финансы, пополнить счет. Это для рекламодателей, кто будет давать свою рекламку. Пожалуйста, здесь много платежек. Как хотите, так пополняйте. Будете давать свою рекламу. Вывести средства обменник. Значит, можно с основного баланса на рекламный баланс переводить денежные средства. И минимальное 1 рубль. Ну, здесь история. В истории ничего нет. Далее что, друзья? Смотрите. Здесь вот человечек нарисован. Кликаем. Это мой профиль. Здесь платежные реквизиты. Нужно прописать Payeer кошелек. Я это потом пропишу. Прописывайте, кликайте «Сохранять». При выводе средств, естественно, вывод вот на Payeer. Так, ну и настройки. Ну, настройки тут нет ничего. Вот, ну и видите, да, многоязычный, как бы можно поставить флажок на любой язык. Кликаем итальянский. Вам будет здесь все на итальянском. Да? Кликайте на немецкий. Будет по-немецкому. Ну, если я кликаю на русский, у меня на русском. Также мой профиль. У меня в данный момент на балансе 12,5 копеек. Набираю минималку. По выводу я запишу, естественно, видео. Ну, а кому интересно работать, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.